сделали медленный вдох и плавный выдох. Дышим ровно, спокойно. Представили стержень такой, золотой энергетический столб, который из макушки идет в небо. Проходит через весь позвоночный столб и через копчик идет в мать-землю. Боги родные, благословите нас, предки родные. Гой Триглави, Перуни, Велеси, Свароже. Откройте пути, дороги, даруйте ваше благословение. Сейчас мы дышим, и с каждым вдохом и выдохом мы наполняемся золотистой сияющей энергией. Сейчас поместите в центр сердца своего духовного солнца большой солнечный диск, который начинает буквально разрастаться, увеличиваться в размере. И наше биополе, наша аура, оно представляет собой форму яйца. И мы представляем, что это солнце изнутри полностью заполняет нашу ауру. И оно становится золотистым сияющим солнцем. Мы представляем, что золотое свечение исходит из нас самих. Форма этого яйца окончательно наполнена сейчас. И мы чувствуем, что идет мощное наполнение. И вот эти санскары и анартхи, негативные образования в сердце, в биополе, они начинают выталкиваться. Солнце, оно начинает выталкивать изнутри, из нашего поля, из матрицы, из подсознания. Оно выталкивает все негативные, деструктивные программы. Буквально просто смотрите, наблюдайте. У нас есть негативные программы, поставленные обществом, в школе, в институте, в детском саду, может быть, неосознанно родителями. Тут могут стать программы бедности, могут стать программы безбрачия, могут стоять программы безденежья, ограниченности. И мы видим все это как паутина, такая серая, грязная, она выталкивается. Это солнце, оно расширяется до уровня кокона, энергетического кокона, и расширяется до размеров 5 метров в диаметре. Такая правильная яйцевидная форма. И сейчас повторяйте за мной то, что я буду говорить. Мы сейчас усилим свою живу, то есть по-гречески энергию, через живу богов. Боже, царь Ярива, проявление солнца и света. Боже, дашь Боже. Боже, Хорс, бог солнечного диска. Усиль из меня внутреннее солнечное сияние. Пусть из сердца изнутри в наружу будет трансформировано, преобразовано все негативное, все худое, все лихое, все болезненное, все темное и невежественное. Да будет так. Сейчас свет внутри начинает очень ярко сиять, светиться, преобразовываться. Вот у многих сейчас может кашель пойти, там какие-то ощущения, очистка организма, легких, кишечника, чего угодно. Пусть это все выходит, через поры вашей кожи выходит вся дрянь, все нечистоты. Смотрите, как этот свет начинает заполнять пространство изнутри, шар начинает светиться еще ярче. И вот это сейчас устойчивое биополе золотого цвета. Наши цвета ауры, если мы сейчас сделаем фото ауры, будут преобладать золотистые цвета. Благодарю тебя, солнце, повторяем. Благодарю тебя, свет Божий. Благодарю богов родных и предков родных. И принимаю этот свет. Пусть он всегда будет устойчивым в моем коконе, в моем поле, в моем пространстве.